эту возможность. Бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина едва сводит концы с концами. Ей не хватает денег даже на еду. Из-за чего от артистки отказалась единственная дочь. Почему Качалина не хочет навещать экс-супруга в тюрьме? Как сейчас чувствует себя осужденный Ефремов? И на какую премию номинировали актера-арестанта? Я педант. В конце концов, мне не так жалко как бы этих браслетов, а это именно тот браслет, который всегда хотела я на Новый год. В этой худой, уставшей женщине со спутанными волосами и грязью... Это помойка, а не богема. Васильева ужаснулась состоянием квартиры бывшей жены Ефремова. Невообразимый бардак, повсюду тараканы и старый хлам. Ксения Качалина продолжает разрушать свою жизнь алкоголем и влачит нищенское существование. Актриса Татьяна Васильева осудила коллегу за такой образ жизни. Разбросанные вещи, горы мусора, старые окурки. В московской квартире Ксении Качалиной даже нет электричества. В темное время спасает лампа на батарейках. Жилище настолько запущено, что там завелись насекомые, которые питаются бытовыми отходами. Но экс-супруга Михаила Ефремова закрывает на весь это беспорядок глаза. Она часто берет вещи с помойки, которую называет блошиным рынком. Холодильника в доме нет, как и мобильного телефона у хозяйки. Ефремов раньше помогал ей деньгами и оплачивал клининг. Но с тех пор, как артист получил срок за аварию со смертельным исходом, некому платить по счетам. Увидев, до какого состояния довела жилплощадь Качалина, многие знаменитости пришли в ужас. Прохор Шаляпин заявил, что во всем виновата простая человеческая распущенность. Это помойка, а не богема. Страшно смотреть. Это какой-то ад, возмутилась Татьяна Васильева в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ. Прежнюю красавицу трудно узнать в 51-летней женщине. Ксения сильно исхудала, не следит за собой, взгляд затуманенный. Поклонники и коллеги подозревают, что всему виной нетрезвый образ жизни. Раз в несколько месяцев Качалина получает 5000 рублей от Союза кинематографистов. В первый же день она покупает на эти средства вино и сигареты. Напомним, Михаил Ефремов и Ксения Качалина расстались еще в начале 2000-х. После развода актер забрал к себе дочь Анну-Марию. Девочка не хотела жить с пьющей матерью. Именно из-за алкогольной зависимости Качалина забросила актерскую карьеру и осталась одна. Дочь с родительницей практически не общается.